Очень часто бывает, когда ты делаешь, вырезаешь, что-то рассказываешь, а потом, отпечатывая, получается немножко, немножко другое, совсем наоборот. Идею ледовой гравюры Павел Барсуков привез из Китая. Увидел, как ее там делают местные художники. Задумка показалась интересной, и в прошлом году он организовал мастер-класс в Хабаровском колледже искусств. В этом же году совместно с ДВХМ организовал полноценное состязание. Снять со льда оттиск гравюрный – это прям дорогого стоит, будем говорить. И нельзя снять двух одинаковых, потому что материал живой, непредсказуемый. И порой поднимаются такие прям шедевры. Вдохновился ледовой гравюрой и сын Павла Барсукова Владимир. На конкурсе решил изобразить свое видение женской красоты, посвятив работу предстоящему 8 марта. Владимир – резчик по дереву. Лед для него – относительно новый опыт. Он как стекло прозрачный. Можно делать необычные скульптуры, какие-то вот композиции. Наверное, этим привлек то, что он такой имеет свое волшебство. Ледовая гравюра создается так же, как обычная. Эскиз сначала переносится на лед, а после с помощью типографской краски уже на бумагу. Делать все нужно быстро и точно, ведь материал очень капризный. Я сегодня взяла композицию попроще, потому что вчера взяла сложную, весь день потратила на резку. Ну и хочу побольше сделать сегодня изображений, поэтому взяла попроще. Вот режу петушка в русском стиле. В конкурсе приняли участие 12 команд из Хабаровска и Спасска-Дальнего. Каждые 3 человека. На создание рисунка дается около 5 часов, а победителей определяет жюри. Критерии те же самые, что у любой графической, допустим, композиции. То есть выразительность образа, композиция, прочтение темы определенной, какие-то находки, может быть, в данном случае очень много фактурных работ. Тройка призеров станет известна на выставке в художественном музее, которая там пройдет с 26 марта по 4 апреля. Софья Шульга, Павел Легалин, для «Большого города».